Группа ЧТПЗ поможет «Газпрому» обустроить Киренское и Южно-Киренское месторождения, расположенные на шельфе Охотского моря. Представители компании заключили долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции. Соглашение предусматривает поставки для строительства береговых и подводных промысловых трубопроводов. Учитывая это, продукцию оснастят специальным антикоррозийным покрытием из полиэтилена. Группа ЧТПЗ способна оперативно обеспечить производство продукции для освоения месторождений в соответствии с требованиями «Газпрома», отметил акционер компании Андрей Комаров. Прогнозы по нашей экономике прежде всего упираются в ситуацию на рынке нефти и газа. И, конечно же, наша экономика сильно зависит от этих параметров. Безусловно, то положение, которое сейчас существует, оно довольно стабильное. И мы понимаем прогнозы и инвестиционные планы наших потребителей. Мы понимаем примерно их на 3-5 лет. Это больше одного года, и мы понимаем, что мы будем делать в эти сроки. Я думаю, что мы увидим в ближайшее время новый период инвестиционной активности. Мы это чувствуем по своим клиентам и надеемся, что займем в этой инвестиционной активности, в инвестиционных планах наших потребителей достойное место.